В Национальном театре Лондона в период с 6 июля по 31 августа 2013 года вновь проходит выставка лучших работ, представленных британскими фотокорреспондентами. Жизнь Лондона 2011-2012 годов была насыщена событиями мирового значения, от местных уличных разбоев и политических перестановок до свадьбы века и Олимпиады. Каков он взгляд на исторические события через призму фотокамеры профессионального репортера, можно в деталях рассмотреть на масштабных полотнах данной выставки.